Здравствуйте! Никита Малинин стал участником первого фестиваля актуального кино, который в эти дни, благодаря телеведущему Андрею Малахову и продюсеру Сергею Новожилову, проходит в Апатитах и Кировске Мурманской области. С исполнителем поговорил корреспондент. «Я помню, как после развода родителей мне не хватало бати», – вспоминает Никита Малинин. «Хотя он нас не бросал, всегда присылал алименты, мы общались, он присылал подарки, раз в год виделись. Но не потому, что он не хотел чаще, а просто был очень занятым, востребованным артистом. Сегодня и сам Никита – востребованный музыкант. Он пишет музыку в разных жанрах, много выступает. Что же касается личной жизни, то 42-летний Никита Малинин уже четверть века женат, теперь планирует детей. Даже отказался от вредных привычек, чтобы зачать здорового малыша. Юношеский максимализм, когда хотелось жить только для себя, прошел, теперь хочется отдавать, делиться и воспитать достойного человека, пояснил популярный исполнитель. Прекрасно он ладит со своими единокровными братом и сестрой, рожденными в 2000 году врачом Эммой Малининой, двойняшками Фролом и Устиньей. «Правда, мы видимся редко и в основном по праздникам», – рассказал Никита. Фрол и Устинья уже взрослые люди, они нашли себя по жизни. Устинья, например, хотя еще учится, но делает большие успехи в оперном пении. У каждого из них есть вторая половина, а что еще нужно для счастья? А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.